Теперь эта площадь перед зданием нового цирка будет носить имя первой в СССР дрессировщицы хищников, народной артистки, харьковчанки Ирины Бугримовой. Такое справедливое решение приняла на этой неделе сессия городского совета. Теперь, ведя детей в цирк, мы будем проходить по площади Ирины Николаевны Бугримовой. Она – гордость Харьковской цирковой школы и легенда советского цирка. Это уникальные кадры открытия первого всемирного фестиваля циркового искусства. 1996 год. Москва. Красная площадь. Именно там специально для этого события поставили цирк «Шапито», привезенный из Монте-Карло. Открывала фестиваль звезда мирового цирка, харьковчанка Ирина Бугримова. На этих кадрах Ирине Николаевне 86. Ирина Николаевна, вы знаете, мы даем бал в честь первого, в честь открытия первого всемирного фестиваля циркового искусства. А на балу, по традиции, мы должны выбрать королеву. Как вы думаете, кого мы выбрали? Я думаю, меня. Ваше Величество, надеюсь, указы и приказы будут справедливыми. Мантию королеве! А вот такой 20-летней Ирина Бугримова вышла впервые в манеж Харьковского цирка в аттракционе «Полет под куполом на санях». Зная твердый характер Бугримовой, руководство цирка предложило ей попробовать себя в роли дрессировщицы хищников. И уже в 1946 году Ирина Николаевна стала воспитывать маленьких львят – Кая, Юлия и Цезаря. Дочь харьковского профессора ветеринарии хорошо знала и понимала животных, ведь с 12 лет она ассистировала отцу при операциях. Лев Цезарь стал ее любимчиком. Они проработали вместе 23 года. Практически до последних дней жизни он исполнял все основные трюки. Ирина Николаевна была чрезвычайно смелый человек и очень красивая женщина. Великолепно двигалась, ведь с 7 лет мама водила маленькую Ирочку в балетную школу при Харьковском оперном театре. С черными волосами, в венгерке, лосинах и коротких сапогах, в окружении хищников она выглядела очень эффектно. Такой первый раз увидел в манеже Ирину Николаевну Леонид Пересторонин. Тогда, в 1946 году, ему было 13, и он страшно гордился тем, что работал в одной программе с самой Ириной Бугримовой. Это первый человек, кто сделал этот трюк. Вот ковер и качели со львом. Очень так значительный трюк был, потому что она не просто в клетке каталась, она залетала от купола к куполу через... залетая за клетку. И лев, как котенок, сидел у нее там. Она его поглаживала, и он сидел, катался с ней в этом качеле. Тоже это она сделала первое. У нее, видите, голова работала творчески. В каждом своем выступлении Бугримова старалась показать маленький спектакль, а не просто набор трюков. Хищники у нее исполняли роли самих себя. Когда Ирине Николаевне было надо, они рычали и имитировали попытку броситься на дрессировщицу. И тут же по ее команде моментально делались смирными, как котята. Это был очень красивый образ. Смелая, волевая, элегантная дама и хищники. У нее был лев, по-моему, Цезарь, которого она вынянчила, выходила, который ее очень любил. И однажды, когда в манеже на нее бросились львы, Цезарь выскочил и с собой ее прикрыл. Бугримова стремилась к самым рискованным трюкам. Есть номера, которые до сих пор ни один дрессировщик не смог повторить. В Харьков Бугримову превозносил так, ну, как Гагарина. Она на уровне с Гагариным была. Вот. Ее очень любили харьковчане. Во-первых, это была худенькая женщина, которая в манеже с 12 львами управляла. Когда она раскрывала льву пасть и голову туда вставляла, это впечатляло. Потом она, трюк у нее был, она брала кусочек мяса, и лев подходил и аккуратненько это забирал у нее этот кусочек.
За свою цирковую жизнь, а в манеже она проработала 45 лет, Ирина Бугримова выдрессировала 80 львов и объездила с ними весь мир. После очередной травмы в 1976 году, когда лев прямо во время представления вцепился ей в ногу, она покинула арену. Уже когда ей было 90, она шутила, что обязательно напишет книгу «Тысяча и одна травма». Когда она уже ушла на пенсию, она у нас была председатель Совета ветеранов «Союз Госцирк». Потому что люди ей доверили самое, что у нас. Вот для меня сейчас ценная это старость. В 2001 году Ирина Николаевна не стала. Она прожила длинную и очень красивую жизнь. А то, что в нашем городе появилась площадь ее имени, сохранит память о ней для наших детей и внуков. Елена Григорьева, Николай Щиров. Постфактум.